На этих кадрах один из завершенных объектов строительной компании. Большой двор, оборудованная детская площадка, беседки. На территории также продолжаются работы по прокладке асфальта и озеленения. Дворы оборудованы камерами видеонаблюдения, обогревательные трубы поддерживают температуру даже в подъезде. Удивительно, но все это жилой комплекс эконом-класса. Наш жилой комплекс, он называется «Стройдом». Объект завершен. Как вы видите, наши дворы, они очень большие. Большой двор – это является визитной карточкой нашей компании. Очень благоустроены дворы, разные виды игр можно играть на наших дворах, разные виды площадок есть. На этом объекте продолжается работа по благоустройству. Мы будем проводить асфальтированные дороги, улучшим зону, зеленую зону. И очень много еще маленьких моментов, очень приятный момент для наших жителей. Особое внимание строительная компания City Строй Холдинг уделяет технике безопасности. В течение всего рабочего периода специальные ограждения препятствуют попаданию строительного мусора за территорию объекта, тем самым предотвращая потенциальную угрозу как для рабочих, так и для обычных прохожих. К слову, следить за порядком на территории комплекса работники продолжают и после сдачи жилого объекта. Во время строительства у нас видеонаблюдение. Мы наблюдаем за порядком на наших строительных площадках. После завершения и сдачи объекта также мы наблюдаем за этим домом. То есть, если кто-то выбросит мусор, то служба ТСЖ, они несут за это ответственность. Впрочем, специалисты City Строй Холдинг следят за качеством не только жилищных комплексов. Руководство компании принимает активное участие в жизни Каспийска, поддерживая программу Магомеда Абдуллаева по облагораживанию облика города и благоустройству качества жизни. На сегодняшний день строительная компания занимается прокладкой дороги по улице Дагестанская. По инициативе генерального директора строительной компании City Строй Холдинг мы проводим новую дорогу по улице Дербенская. Эта дорога улучшит качество жизни многих наших граждан, особенности каспичан. Мы принимаем активное участие в развитии нашего города Каспийск. Мы поддерживаем инициативу главы нашего города и принимаем активное участие в реализации этих проектов. Светлана Черемисинова, Алексей Колесников. Новости Каспий ТВ.